Всем привет, дорогие! Наверное, я показала, когда я пошла в больницу, чтобы проверить беременность, подтверждение получить. Сегодня мы поедем в больницу, чтобы делать проверку последнего месяца беременности. Время так быстро летит. Это значит, очень скоро, совсем скоро я буду рожать. Так, в больнице обязательно надо отдавать такой блокнот. Это в Корее для беременных женщин обязательно всем дадут. В Корее обязательно надо носить маску, когда в больнице. Без этого либо в больнице надо купить, либо не пускают, пока такой строгий режим. И он всегда со мной вместе едет в больницу. Здесь мыльки.힘들어? 드디어 박달 감사. 드디어. 나게 뚱뚱해. 키야 이제 곧 만나자. 우리 얼마 안 남았다. 막달 검사 먼저 하고 내과에서 하고. как всегда, брали крови. Надеюсь, это последний раз. Брала много крови и чуть-чуть тяжело. Сейчас все тяжело, когда я гуляю тяжело, когда я кушаю тяжело. Поэтому мы вернулись домой и решили где-то 40 минут отдохнуть. И так как сейчас у меня очень сильно болит спина и начала болеть еще поясница, поэтому я записала на массаж. У нас в Корее очень развитый массаж для беременных женщин. Кстати, я каждый раз в неделю хожу, тогда уже легче становится. Это очень хорошо помогает, поэтому я регулярно хожу. В Корее очень развитый массаж до родов и после родов. Вот, а сейчас я только мне сделали, потому что у меня болела, очень сильно болела спина. И вот сделала. Кровать вообще сейчас у меня из-за живота очень сложно сама вставать. А вот это автоматически поднимается очень удобно. Семь лет назад 한 번씩, 아니, 생각날 때마다 한 번씩 빨았지. 얘는 겨울용 같은데? 이건 너무 이제 겨울에. 너무 빨아서 이따가. 그래야겠다. 얘가 제일 귀엽네. 손싸개. 이건 너 네가 쓰지를 않았어. 왜? 너 한 뭐 두 번인가 세 번밖에 안 썼어. 싫어. 이건 이렇게 바꿔서지. 이. Не знаю, поместится ей или нет. Ну, мама стирала. А, такое. Мою одежду. Так, мама, ты для меня
6개월인가? 돌 때 입었던 거. 이거 뭐야? 이거 네 거. 세 개 다 네 거더라. 하나만 줘도 될 것 같은데? 응? 디자인이 달라서. Я тоже буду сохранить первую одежду Милки. Mm-hmm.